Всем привет! Снова я. В этот раз мы рассмотрим такую как игрушку Child of Light. Эту игрушку мне порекомендовал мой хороший знакомый. Вот. И в первую очередь она адресована именно ему, потому что у него, к сожалению или к счастью, нет времени играть. Поэтому я решил поиграть за него. Честно говоря, я даже не знаю. Так. Пакет неровных самоцветов, 2 рубина, 2 сапфира, 2 изумруда, 1 цитрин, 1 аметист и 1 турмалин. Ну окей. Можно мне? Давайте-ка. Стандартный, наверное. Я не знаю, что это за игра. Я сколько смотрел в видео, я так и не понял, что же это такое. Поэтому сейчас будем... по крайней мере, я буду узнавать, что это такое. Может быть, вы уже что-то дитя, знаете. Послушай мой рассказ. Отлично, тут есть русская звуковая дорожка. Лемурия. На дальних Австрии просторах жила дочь герцога Аврора. Любовь отца была бескрайней, что с мамой все покрыто тайной. Был долго герцог одинок, Аврору он растил как мог. И вот решил он, что нужна ему в конце концов жена. Страстная пятница пришла и весть с собою принесла. Счастливый герцог и отец ведет невесту под венец. Аврора спит. Но в поздний час огонь в той комнате угас, и вот уже лежит она, как снег, бледна и холодна. Рассветный луч в окно проник и осветил недвижный лик, и вопреки мольбам отца румянец не ласкал лица. И вот Авроры больше нет, но напоминает... это нет, Белоснежку? Девочка вот-вот, и в новый мир она войдет. Или спящую красавицу? Ну что-то, короче, смесь какая-то. Так, ничего, такая графика. Мне нравится то, что такое вот полурисованное, полу такое настоящее. Как будто красками не гуашь, наверное, пастель больше. Классно, мне нравится. Так. Ладно, я прогонять ничего не буду. Пусть начинается. Может, что-то интересное еще будет. Значит, здесь она нарисована с волосами в виде тучки и крылышками. Интересно, мы летать не сможем? Так, девочка и светлячок. Отлично. Так, управление у нас взад. Интересно, можно вернуться назад? Да, смотрите-ка. Дерево с шипами. Так, камера никак не появился. Ага. Туда мы тупо не пройдем. Окей. Ого. Интересно. Ладно. Эй, как нам? А вот. Ну хорошо. Нам предложила игрушка с самого начала пойти вниз, поэтому давайте-ка попробуем вниз ходить. Эй. Так, направо к старому монастырю. Окей. О. О. Окей. Так, возможно, нам надо будет наверх запрыгнуть. Давайте попробуем.
Хотя там была какая-то пещерка, но не знаю. О, стой. Давай посмотрим. Направо к старому монастырю. Ага. Отлично. Она еще у нас и стихами слагает. Девочка, не плачь. Все же хорошо, чего ты? О, какой-то пузырек. Вы кто? Роса еще свежа. Смахни ее с румян... с румяных щек. Как, говорящий светлячок? Ах, у меня должно быть жар. Признаться, сбился я с пути. Аврору нужно мне найти. Зачем? Она, сэр, это я. Аврора? Сэр? Вот это да! О, сколько тайн земля хранит. Прошу вас шутки прекратить. Аврора, это я, чудной. Сказали сразу бы. За мной. Скорее поспешим вперед. Ведь нас лесная фея ждет. Ее глаза всегда смеются. Она поможет мне проснуться. Прикольно. Ну что, прыгай давай. А-а-а. Светлячком, соответственно, мы можем пользоваться, как, видимо, фонариком. Пользуем мышкой. Окей. Опа. Кто там ходит? Я боюсь. Спрячь меня в волосах. Ладно. Пошли. Эй! Я прыгал же. О, сундучок какой-то. Так, снаряжение тут какое-то есть у нас. А, так, так, так. Самоцветы. Так, ладно, разберемся. Записи, параметры, навыки. Ух, ю! Я-то думал, это детская игрушка. Офига. Ладно. Пошли. О! Давай. Прикольно. Ладно. Стой. Ну, прыгай. Может, мы просто сможем перепрыгнуть? Эй, да. Эй, нет. Так. Все это магия огни. Они светить в ночи должны. С оружием, если мы пойдем, то больше огоньков найдем. А, то есть я на вкус попробуем смелей. А, я понял. Их надо... Это что за фигня там ходит? Так, там я видел пещерку еще одну. Давайте-ка тоже в нее ползем. Пульк. Опа. Тетя, ты кто? Туда мы не запрыгнем. Ладно. Давайте попробуем вернуться. Там же были еще какие-то пещерки. Может, что-то еще сможем делать. О, паучок. Ничего такое, паучок. Так. Ну, ничего, в принципе, так красивенько здесь все. Так, а вниз она не спускается. То есть надо по-любому прыгать. Так, здесь мы были. Ух, попрыгунья-то. Так, о, еще одна пещерка. Опачки.
значит, тоже пока туда не можем. Ладно, пошли обратно. Вот еще пещерка. А, здесь мы уже были. А, давайте-ка попробуем наверх подняться. Я там видел какой-то уступ. Пум-пум-пум-пум-пум. Оп! О! А как нам туда попасть? Какую-то энергию, что ли, тратим? Ладно. А, ну здесь мы были. Ну ладно, значит, мы туда не можем влезть. Видимо, надо научиться высоко прыгать или еще что-то делать, не знаю. Ладно. Давайте-ка вернемся на путь. Пум-пум-пум-пум. Да, куда ты? Да, лучше бы, конечно, играть на геймпаде, но, к сожалению, мой компьютер сказал, а не пойти бы мне куда-нибудь подальше в долгое эротическое пешее путешествие. Вот, поэтому он не позволяет мне тупо драйвер поставить. Иди сюда. Вот. Так что, пока будем играть на клаве. А, надеюсь, завтра я все себе обновлю и уже будет как-то попроще. Кстати, я только что заметил, что она босичком бегает. Как же она не болеет-то? Тем у нее... Воу-воу-воу. Ну, вкусняшки. За этим деревом тропа. Мне попасть мне туда никак. Извините, у меня со стихами вообще никак. Ой, почему закрыты двери? Я вижу скипетр и сферу. Конечно, ясен мне ответ. Давай, свети, мне нужен свет. Повежливо нельзя спросить? Я знаю, как нам дверь открыть. Пусть каждая из трех теней найдет свой символ на стене. Я понял. О-о-о. Тум. Давай, восстанавливайся. Тум. О, я хочу. Воу, куда? Куда, куда, куда? Здесь уже ничего нет. Ладно. Так. А, и теперь вот этот лабудень. Ух. Ну что, свободен путь теперь? Зачем тут, интересно, дверь? Да вот мне тоже интересно. А это кто, спрошу? Доставай меч внизу. Кто говорит? Здесь призрак ночи? Лесная фея, это точно. Мальтильда, меч, скорее бери. А, как Экскалибур, камни. О, хрена себе. О. Ух, ё. Так, окей. А... А как? Исцеление мне, но тут будет удар мечом. Офигеть. Где его жизнь-то? Да, я думал, боевка поинтереснее будет. Ну ладно.
Ну, по крайней мере, я знаю, что делать с рогами. Что-то там еще, по-моему, было. Ай! Ага, понятно. Встречаемся каждый раз и, собственно, делаем. Давайте защитимся. В броне. Ага, хитро. Хитро, хитро. Ну ладно. О, у нас новый уровень. Что такое Z, интересно? Здоровье, видимо. М. Могучая сила. Что такое М? Манна, наверное, да? Сила, защита, магия. Хотя магия... Фиг он знает. Давайте выберем. Удар мечом. Мощный удар. Плюс к мане. Увеличивает ману. Луч света. Атака с шансом убить выбранное порождение тьмы. Свет побеждает. Ну, понятно. Защита. Так, плюс к мане исцеление. А, это у нас уже есть, видимо, да? Звездный свет. Вспышка света на... Мощность 20. 24. Пусть будет звездный свет. Хм. Окей, ладно. Помощники. Уровень. А, Z это защита, а M это магия. Ну, логично, она и так была. Фиг он знает, что это так. Ладно, пошли дальше. Внезапная атака нападителя на врага сзади. Чё, чувак, внезапно? А, ну да, видите, сразу можем атаковать. Давайте попробуем. Ох, с первого раза, отличненько. Это круто. Это круто. Эй, куда ты, дурень? Извините. Не буду. Не постараюсь ее не обижать лишний раз. Так. Бывает. Сегодня пятница, можно. Да чё ты не прыгаешь-то? Глупая. Ой, господи. Ладно, еще раз. Мне хочется посмотреть, что там такое. А, что-то как-то... А, так тоже можно. Я-то думал. Так, интересно, а я смогу... напасть. Точнее, вернуться. Опачки. Замена, бегство, зелье, действие. Давайте действие. У нас маны нет, понятно. А,
ты? Не успел собрать. Отлично. Новый навык. Давайте-ка. Плюс к мане увеличивает максимальное количество лучей света. Так, а дальше что у нас? Сил увеличивает, защиту, уклонение, защита, защита, сила, защита, меч. Так, окей. То дальше уклонение, контратака, луч света. Да. Ну давайте увеличим количество манны и пойдем, наверное, по этому пути. Хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, как это, как-то оно не очень правильно разделяется. Так, а давайте-ка попробуем назад вернуться. Все-таки там были какие-то коробочки, которые я не мог запрыгнуть. И плюс там какие-то мутанты стояли. Видимо, вот там вот наш дом. Вот. Но прежде чем туда вернуться, мы попробуем. О! Видимо, мы можем и дальше прыгать. Так. Мне еще интересно, будут ли тут респауниться те, кого мы уже шлепнули, или будет мир чистый и убитый. Так, ну какие-то монстрики там ходят на заднем фоне, но в принципе они нам не мешают. Так, собственно, нам сюда, да? Пулька. Туда мы не запрыгиваем. Для печаль. Ну давай, прыгай. Гамонная. Как она с мечом-то бегает, непонятно. Жалко, туда нельзя залезть еще. Домик-то, в принципе. Знаете, в глаз. Музыка хорошая, но, честно говоря, в какой-то момент начинает поднадоедать. Дело. Так, сюда мы это запрыгивали. Отличненько. Так, какие-то летающие хрени там. Так, смотрите-ка, можно было подняться наверх, а мы пошли куда-то сюда, в какой-то непонятный тупик. Ладно. Давайте-ка попробуем наверх. Эй. Так. А, манна, походу, не восстанавливается никак, да? Как было 3, так и осталось. То есть мне, видимо, надо как-то это дело никак повзаимодействовать. Но это, видимо, как-то должно убраться, да, чтобы мы прошли туда. И пока у нас нет возможности. Так, ну ладненько, давайте-ка, ребятки, пока остановимся на этом. О! Эй, вы куда? Давайте-ка пока остановимся на этом месте, вот, и я как раз пробегу туда обратно и пообщаемся дальше. Давайте, до встречи, ребята.